все-таки меняется все с годами. Когда я была мелкая, все время хотелось сбежать с учебы. А когда ты становишься взрослой, у тебя, наоборот, начинается жажда к знаниям. Ну, то есть я никогда не была отличницей, и этим, собственно говоря, ну, никогда этого не стыдилась, и даже этим гордилась. Но я была хорошисткой. Ну, мне в школьные годы была интересна сама тусовка и процесс того, что я увижусь там с подругами, мы пообщаемся и чего-то классного. К знаниям особенно сильно стремления не было. А сейчас, наоборот, все поменялось. Хочется побольше всего узнать. Это, конечно, только с возрастом приходит. Мы, кстати, зашли, спросили, купили ли ландыши вчерашние. Что это за сугробик идет рядом? Сказали, что ландыши нет, не купили, но они их убрали с витрины. Потому что ландыши – майский цветочек. Он растет всего лишь 3 недели. Так. Представляешь, а сейчас у нас февраль. Это дорого вырастить майские цветы в феврале. Поэтому, девчонки, никаких ландышей. По гвоздике и спать, как говорится.